Все материалы, представленные на нашем сайте, предназначены исключительно для взрослых. И, во-вторых, это хорошее дело, что вы там осветили этот вопрос. Но требуйте от властей плакаты запрещающие, ограждение в лес, влазение сначала туда, чтобы дети не могли иметь доступа. Вас как зовут? Вас как зовут-то? Уберите это все. Вас как зовут? И нечего оскорблять мою дочь. Вас как зовут-то, скажите? Не обязательно, как зовут. Ну, тогда я считаю этот звонок анонимным просто. Меня зовут отец. Я вам говорю, что это отец дочери вам звонит. Нет, но к вам обращаться-то как? К вам как обращаться? Ну, смотрите, уважаемый отец, плохо, конечно, что вы знаете, как меня зовут, а с кем я разговариваю, я как бы не представляю. Я знаю вас, я знаю вот рекламу, которую тут устроили, рекламу. Смотрите, вашей дочери... Вы добиваетесь от властей того, чтобы это все оградили. Вашей дочери уже 19 лет, она совершила этот поступок полностью совершеннолетней. О том, что она вам не давала согласия, чтобы вы ее рекламировали. Если вы ее рекламируете, платите ей деньги, как это, если она вам даст согласие. Вы знаете этот закон. И не надо ее оставлять. Там другая девушка, которая в этом. Если другая девочка там несовершеннолетняя, вы ее закрываете, закрывайте дочь мою тогда. Чего вы ее оставляете? Чего вы из нее делаете рекламу? Я вас услышал. Я вас очень прошу. А то, чтобы загородили, добивайтесь, ходите к властям, это хорошее дело. Я вас благословляю. Спасибо, я вас услышал. Спасибо. Да. До свидания.